Отпуст от слова «отпускать» – заключительное благословение народа священнослужителям, произносимое им по окончании богослужения. Отпуст содержит краткое прошение о милости Божией. Различаются малые и великие отпусты. На великом отпусте вспоминаются святые дня и храма, а на литургии святитель Иоанн Златоуст или святитель Василий Великий, в зависимости от того, чья литургия служилась. После великого и праздничного отпуста хор поет многолетие.